Через два года после окончания Великой Отечественной войны известный советский кинорежиссер Иван Пырьев создает замечательный фильм «Сказание о земле сибирской». По замыслу авторов, фильм должен был развеять исторически сложившееся понятие о Сибири, как о грандиозной тюрьме, и показать этот огромный край с другой, более привлекательной стороны. По иронии судьбы, этот фильм стал пророческим. Полгода назад вот здесь была тайга. Именно с этой точки, где герой с восхищением рассказывает о новом комбинате и его строителях, можно было увидеть, как в 1949 году на берег Енисея пришли сначала геологи, а уже в августе здесь появился первый лагерь для заключенных, а затем и для военных строителей. К зиме 1953 года на строительстве объекта работало около 27 тысяч заключенных, в том числе 4 тысячи женщин, и не менее 100 тысяч военных строителей. И если герои фильма строили вполне мирный целлюлозобумажный комбинат, то заключенные стали прорубаться в гору Атамановского кряжа, чтобы соорудить здесь самый секретный военный объект. Секретный завод строили под землей, в горе, на случай атомной войны. Тогда же возник и закрытый город Красноярск-26, и на берегу Енисея появился сверхсекретный военный ядерный комплекс. Долгие годы железный занавес сверхсекретности позволял скрывать все это от посторонних глаз. Во время строительства и эксплуатации комбината осуществлялся самый жесткий контроль за сохранением государственной тайны. Работа в горе шла круглосуточно. Заключенные и военные работали в несколько смен. Бесчеловечные условия, плохое питание, изнуряющая работа сделали свое дело. Последним прибежищем многих строителей стали безымянные братские могилы. До сих пор Красноярск-26, ныне Железногорск, город за колючей проволокой, город-призрак, город со специальным пропускным режимом, удаленный от Красноярска, столицы края, на 60 километров. До недавнего времени даже его название произносилось шепотом. Настолько засекречено было само существование города и уникального подземного ядерного объекта. В начале 60-х в город приехало много молодежи, талантливых физиков, химиков, инженеров. Они составили местную техническую элиту. Красноярск-26 был крупнейшим из целой серии секретных, наглухо закрытых городов СССР. Эти «города-зеро», находившиеся в разных концах Союза, были связаны между собой производительными, техническими, научными связями. Горно-химический комбинат занимался наработкой и выделением оружейного плутония для производства ядерного оружия. Здесь были построены три промышленных уран-графитовых реактора по наработке оружейного плутония. Первые два прямоточные. Вода для охлаждения реакторов закачивалась из реки Енисей и сбрасывалась обратно в реку. Третий реактор имел замкнутую систему охлаждения и служил также для города источником тепла. С 1995 года отработавшее топливо реактора АД-2 не отправлялось на переработку и хранилось в бассейне выдержки. Сейчас накоплено около 28 тысяч отработавших топливных блочков. Кроме прямоточных реакторов, окружающую среду загрязнял и радиохимический завод, где с помощью различных физико-химических процессов производилось выделение образовавшегося в реакторах плутония. Все это происходило с образованием огромного количества твердых и жидких радиоактивных отходов. Твердые отходы направлялись в могильники, а жидкие закачивались под землю на полигоне Северный в 4 километрах от реки Енисей. Считалось, что с полигоном ничего не случится, и отходы там будут безопасно храниться сотни лет. Но в составе отходов есть плутоний-239, который будет опасен для всего живого сотни тысяч лет. Существует три зоны контроля радиоактивного воздействия горно-химического комбината на территории Красноярского края. Первая, имеющая радиус 30 километров, называется санитарно-защитной зоной самого горно-химического комбината, и все, что там за колючей проволокой происходит, скрыто от посторонних глаз до сих пор. Вторая, 100-километровая зона наблюдения, находится под контролем экологов и ученых.
Третья зона, в 1500 километров от Железногорска вниз по Енисею до впадения его в Северный Ледовитый океан, эта зона представляет собой особый интерес для экологов. Радиоактивное загрязнение поймы реки Енисей обусловлено многолетней деятельностью горно-химического комбината и является источником дополнительного облучения обитателей реки и населения, проживающего на ее берегах. Руководство горно-химического комбината, руководство Росатома говорит, что горно-химический комбинат, в отличие от аналогичных комбинатов на Маяке, в Томске, сибирский химкомбинат, ну, в общем-то, горно-химический без никаких аварий. Проработал все 50 лет без аварий, поэтому здесь, в общем-то, ситуация такая более-менее благоприятная. Но наши исследования показали, что, в общем, совсем и не так. Ну, здесь ряд таких аномалий обнаружено. В прибрежных водах Енисея и по берегам обнаружено 150-180 так называемых точечных радиоактивных аномалий с высоким уровнем загрязнения. Именно на берегах Енисея фиксируются очень опасные находки в виде так называемых горячих частиц со сверхвысокой удельной активностью. Высокоактивные или горячие частицы – это микрочастицы реакторного топлива, которые из реактора в ГХК попали в Енисей. Ранее эти частицы обнаруживали только возле Чернобыльской АЭС, вокруг в результате Чернобыльской аварии. Больше их никогда не обнаружили. Мы их вот обнаружили почти 20 лет назад на Енисее. Горячие частицы – это свидетельство небольших, ну, можно сказать, аварий на реактора горно-химического комбината с выносом реакторного топлива в реку Енисей. Частицы очень активные, нахождение с этой частицей, ну, можно сказать, несколько часов обеспечивает годовую дозу. И почему-то эти частицы появляются вот на одних и тех же местах почти ежегодно. То есть их приносят вот откуда-то вот из зоны вблизи ГХК, как будто там есть какое-то, в общем-то, место, где они вот хранятся. Ну, вполне возможно, что это береговые бассейны. Замалчивание информации о радиационном загрязнении вокруг ГХК привело к потере доверия местных жителей к органам власти и контролирующим структурам. Жители поселков Атаманово и Большой Балчук, расположенных вблизи ГХК, обеспокоены ухудшением своего здоровья и качеством медицинского обслуживания. Я в свое время работал на горно-химическом комбинате. Тогда, конечно, информация о загрязнениях, об авариях еще, она скрывалась. Но мы прекрасно знали, что вот чуть дальше по Енисею существует сброс воды с комбината. Вот. Вода там более теплая всегда была, чем в самом Енисее. Соответственно, там очень хорошая была рыбалка. Люди эту рыбу прекрасно ловили. Частенько и рыба была с превышающей дозой радиация. Поселок Атаманово расположен на левом берегу реки Енисей, ниже по течению реки, в непосредственной близости от санитарно-защитной зоны комбината. Жители этого поселка, а также Большого Балчука и Конного, находятся под воздействием выбросов и сбросов горно-химического комбината. Исследованиями выявлено, что загрязнение радионуклидами донных отложений Енисея прослеживается вплоть до Карского моря, а его берегов на 1500 километров от ГХК. Раком здесь у нас в городе болеют гораздо чаще. Я не знаю, с чем это связано. С радиацией или еще с какими-то, то есть, производствами. Но вот, мне кажется, потому что посмотришь, каждый второй в очках, и онкобольных очень много. Сегодня корпорация «Росатом» вкладывает большие средства в создание национального хранилища отработавшего ядерного топлива на территории горно-химического комбината. Кроме этого, «Росатом» планирует вблизи Железногорска построить в скальных породах национальный могильник высокорадиоактивных отходов объемом более 500 тысяч кубометров. История могильника началась еще в марте 1998 года. Тогда эксперты Минатома искали в Нижнекамском гранитоидном массиве подземный скальный участок, внутри которого можно было бы разместить могильник для отвержденных высокоактивных отходов будущего завода по переработке отработавшего ядерного топлива. Где-то 10 лет назад была тут
рабочая, ну, была воркшоп с привлечением международных экспертов как раз по глубинному захоронению, по этому Каннскому гранитоиду. Организовывал был такой доктор наук Кирко. Я тогда впервые услышал, была вот эта первая концепция, как они планируют это захоронение вот в Каннском гранитоиде. Он рассказывал абсолютно серьезно, специалисты говорят, бурим, где-то метра, не знаю, там полтора-два, в общем-то, такую вот скважину, штольню, говорит, туда, говорит, бочки кидаем, одну на одну, в общем-то, все, в общем-то, все это заливаем сверху цементом, ставим знак радиоактивность, все. Очень, говорит, дешево и сердито. Я выступил против, говорю, что как, вот посмотрите, вот аналог на зарубежных площадки, когда они выбирают, они берут там во внимание кучу факторов, там по всей стране сетку, там вот все параметры учитывают. Все очень удивились зарубежные эксперты. Как, говорит, тут и с населением у вас, говорит, контакта нет, и вблизи миллионного города. И вот специалисты вот Росатома не могли убедить зарубежных экспертов о таком вот, скажем, очень грамотном выборе площадки. Нигде в мире проблема хранения высокоактивных радиоактивных отходов не решена, не имеет решения, потому что нет материалов, которые бы обеспечили надежную изоляцию этих радионуклидов, которые образуются в ядерных реакторах, в атомных станциях, там, в других атомных реакторах от окружающей среды. Они будут активны на протяжении там, десятков тысяч лет. И в мире не понимают, как это сделать. Это считается, значит, как промежуточное решение, как, ну, немножко откладывающее, так сказать. Вот принято после долгих мучительных построить какую-то в каком-то под землей, в каком-то стабильном месте, в стабильном очень месте, в гранитах, лучше бы в твердых породах, какую-то камеру, куда вот эти самые радиоактивные отходы сносить. Такие решения приняты в Швеции, в Финляндии. В России протест против могильника высокорадиоактивных отходов недалеко от города Железногорска набирает обороты и продвигается ускоренными темпами. Федор Марьясов, один из лидеров общественной организации «Природа Сибири», считает, что строить такой объект вблизи крупного промышленного многонаселенного центра Сибири, Красноярска, небезопасно. Для такого объекта нужно подыскать площадку в более подходящем месте, где любые непредвиденные обстоятельства не привели бы к непоправимым катастрофическим последствиям. Федор Марьясов активно включился в кампанию против строительства могильника, вызвав на себя огонь критики в прессе и социальных сетях. Ему и его коллегам удалось собрать 27 тысяч подписей в письме на имя президента и сделать несколько уличных баннеров. Мы не хотим, чтобы какие-либо неприятности, ну, угрожали городу, поэтому предлагаем перенести этот могильник, ну, в более подходящее место. Площадка, выбранная для могильника, располагается в 4 километрах от крупнейшей реки Евразии – Енисея, в 4 километрах от промплощадки ГХК и всего в 6 километрах от жилых домов города Железногорска и примерно в 60 километрах от города Красноярска. Расположенная на глубине 500 метров в толще скальных пород лаборатория станет полигоном для строительства национального хранилища радиоактивных отходов. Атомщики посулили настолько надежную упаковку, что ее не возьмут ни подземные воды, ни землетрясения. На данном участке проводятся работы по его геологическому изучению с целью возможности дальнейшего здесь сооружения подземной исследовательской лаборатории. По словам гендиректора компании Юрия Полякова, главной задачей при создании оператора была не забота о гражданах, а инвентаризация имеющихся пунктов хранения и захоронения. Площадок, ну, по моим данным, было порядка 11 рассмотрено. По данным национального оператора по обращению с радиоактивными отходами, они говорят о 18. Но все эти площадки так или иначе находятся либо в непосредственной близости от горно-химического комбината, ну, либо как бы недалеко. Единственный критерий, как бы, ну, основной, который рассматривался, это минимизация, как бы, логистических расходов. Давайте же посмотрим, кто за что отвечает в системе радиоактивного могилостроения. Национальный оператор будет оказывать монопольные услуги по окончательной изоляции отходов. Он организует на уровне бумажной и финансовой работы всю деятельность по захоронению РАО, а фактически работы будут выполнять коммерческие компании, специализирующиеся на переработке РАО, логистике, производстве контейнеров.
Национальным оператором определены 30 перспективных площадок для размещения пунктов захоронения радиоактивных отходов в 17 субъектах Российской Федерации. Проект пункта захоронения радиоактивных отходов, или ПЗРО, вот уже третий год продолжает быть в центре внимания жителей города Сосновый Бор Ленинградской области. На прошедших 27 декабря 2013 года слушаниях по ПЗРО никто из горожан, в том числе депутаты, работники АЭС, не поддержал проекта. Такая реакция вызвана кризисом доверия к муниципальным властям, а также неприятием жителями города самого способа продвижения проекта. Пункт захоронения радиоактивных отходов предлагается разместить в глине на глубине 50 метров между двумя водными горизонтами. Это около 800 метров от Балтийского моря, менее 2 километров от деревни Рокопежа и в 5 километрах от жилых домов Соснового Бора. Мы считаем и нацелены на то, чтобы размещать наши объекты там, где происходит образование радиоактивных отходов. У вас накоплено и образуется такое количество радиоактивных отходов, что с ними-то бы разобраться. У нас нет такого понятия в законе, как региональный могильник, не было никогда. У нас есть понятие пункт размещения, пункт захоронения или окончательной изоляции радиоактивных отходов. Они все федерального значения. Утверждение национального оператора о захоронении только местных радиоактивных отходов оказывается неубедительным. Никто не сможет запретить ему ввозить отходы из других регионов страны, даже если поставка МРАО воспротивится сам губернатор области. На сегодняшний день не существует правовых механизмов, которые позволяли бы ограничивать поступление радиоактивных отходов из других регионов России. Это совершенно не устраивает сосновоборцев. 2400 бочек с Курской атомной станции на окончательную изоляцию. То есть еще нет могильника, еще он только как бы обсуждается с населением, а на окончательную изоляцию уже нам поставляют отходы. Это будет всероссийский могильник, как мы теперь понимаем, который будет принимать отходы из европейской части России, а может быть даже и дальше. Именно отсутствие общественного контроля создает возможности для всякого рода нарушений. Независимого эксперта, независимой инстанции, которая бы говорила нам о том, что действительно происходит в Сосновом Бору, вообще на сегодняшний день не существует. Мы прекрасно понимаем, что радиоактивные отходы необходимо закапывать, утилизировать и так далее. Но когда этот вопрос решается с населением города таким образом, что население чувствует себя быдлом, а Росатом пытается сделать вид, что он этого не замечает, мы прекрасно понимаем, что здесь идет, как говорят, нечестно играют в этом доме. Поэтому я категорически строительство в том виде, как нам это преподносится. Непосредственно я ходил по квартирам и разговаривал с людьми, которые живут в нашем городе. И если говорить о мнении населения, то я могу со всей ответственностью сказать, что из 50 где-то людей, которых я успел обойти, мне только один человек сказал, что я за. Все остальные сказали, мы против, категорически против. Встретив активное сопротивление общественных организаций и экологов, добивающихся отклонения спорного проекта ПЗРО, приглашенные национальным оператором политтехнологи проводят активные действия по обработке общественного мнения населения Соснового Бора. Приглашенная группа пиар-технологов из фонда «Российский общественно-политический центр» завалила читателей лавиной информации о так называемых достоинствах нового могильника. Ну сколько можно промывать населению мозги? Вся пресса работает в одну сторону. В Сосновом Бору уже дошло до того, что существует одно мнение, второго нету его вообще нигде, ни у местной, ни в СМИ, нигде. Сегодня отсутствует комплексная оценка безопасности Сосновоборского ядерного кластера в 40 километрах от 5-миллионного Санкт-Петербурга. Все это ставит под сомнение поддержку проекта ПЗРО общественностью. В Сосновом Бору, несмотря на то, что есть СНИПы, СанПины, ГОСТы, это государственные стандарты, которые запрещают строительство могильника в жилой зоне и в многонаселенной зоне, на это власть не обращает внимания, а бизнес тем более. Вот они в Сосновом Бору, в городской, в черте городской застройки пытаются построить эти могильники в нарушении законодательства. То есть закон у нас не работает.
На глазах жителей происходит развал социальной сферы, медицинского и жилищно-коммунального обслуживания, ухудшение почтового и газового обслуживания, снижение уровня социальных гарантий. У нас медицина сейчас все, мы будем лечиться скоро только у платных врачей. У нас почты нет, сейчас отберут, почту уже отобрали. У нас хотели и скорую помощь отобрать. А между прочим, здесь у нас столько этих промышленных, такой промышленности, связанной с атомом. И вы представляете, у нас медицины не будет. Так что же это, надо вот вырыть земельки себе и лечь прямо туда и закопаться. Жители города все больше понимают, что власть города обслуживает интересы бизнеса, атомного, строительного, и пренебрегает насущными интересами тех, кто эту власть избрал. Самое страшное, что на сегодняшний день та власть, которая находится у нас в муниципальном образовании, она ведет себя не как представители и выразители интересов местного населения, а как будто они нанятые работники Росатома. И вот это вот вызывает еще большую тревогу. Госкорпорация «Росатом» на одном из 30 ПЗРО активно добивается своих целей, не стесняясь в выборе средств. Однако ее руководители должны понимать, что коррупциогенность, торопливость в продвижении проекта, нацеленность на получение прибыли, манипулирование общественным мнением, недостаток информации могут вызвать протест населения и в других регионах. В июле 2012 года в закрытом административном образовании Железногорск прошли общественные слушания по проекту строительства пункта захоронения радиоактивных отходов объемом до 500 000 кубометров. Публичные слушания о строительстве рядом с миллионным Красноярском могильника РАО обошлись без красноярцев. Подавляющее большинство участников публичных слушаний – сотрудники горно-химического комбината. Я участвовал в публичных слушаниях по этому вопросу в Железногорске, по вопросу размещения опытного вот этого полигона. Конечно, было смешно, потому что из 280 мест, которые есть в зале, 285 мест были заняты сотрудниками горно-химического комбината, которых сняли со смены, которые пришли по разнарядке и которые задавали специальные вопросы. Ровно два человека было не из горно-химического комбината, я и еще один мой коллега-депутат. Жители Железногорска, они, собственно говоря, может быть, и хотели бы возражать против размещения отработавшего ядерного топлива, но они находятся внутри ситуации, они полностью связаны с комбинатом. Они изначально готовы терпеть некоторые поражения в правах за некоторое улучшение своей жизни, условно говоря, там, за улучшенное питание. Это было еще тогда, когда города начинали создаваться. Квартиры, улучшенное питание и какое-то снабжение исчезло, а вот это социальное нахлебничество, оно осталось в голове. И люди до сих пор ощущают себя кузнецами ядерного щита Родины. Хотя они такие же работники, как все остальные. Абсолютное большинство жителей таких городов, они не способны на свободный инициативный труд. Очевидцы рассказывают, что 12 августа 2013 года им довелось наблюдать возле музея ГХК любопытную акцию. Женская армия при оружии, рациях, в касках и бронежилетах десантировалась из затормозившего УАЗика и оцепила здание музея истории комбината. Оказалось, что поводом к созданию этой суеты послужило появление в музее руководителя организации «Зеленый мир» Олега Бодрова и его коллеги Геннадия Шабарина. В Железногорске экологи снимали документальный фильм о перемещении на берега Енисея отработавшего ядерного топлива с Ленинградской АЭС, работающей в Сосновом Бору в 5000 километров. Как рассказывает Олег Бодров, сотрудники городского музея предложили им посетить музей ГХК. Придя в музей, мы попросили разрешения вести видеосъемку. Видимо, не желая брать на себя ответственность, директор музея решил проконсультироваться с руководством ГХК. Съемку нам не разрешили, но посмотреть экспонаты позволили. Не прошло и минуты, как прибежала какая-то женщина и сказала, что директора музея срочно требует к телефону руководитель ГХК Петр Гаврилов. Нас попросили вернуться в вестибюль, где нас уже ждали вооруженные женщины в бронежилетах. Рядом с ними стоял мужчина в штатском. Он отрекомендовался представителем службы безопасности, а потом спросил, что мы тут делаем. Мы дали ему свои визитки, рассказали о цели приезда.
Тогда он потребовал наши пропуска. Мы показали. Он тут же их забрал, заявив, что мы проникли на территорию ЗАТО Железногорск незаконно, а значит, должны немедленно ее покинуть. Мы вынуждены были подчиниться. Знаете, в тот момент стало страшно. Нас ведь окружили вооруженные люди. Мы находимся на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края. Это ядерный город, всем известный. Этот город в течение многих лет является закрытым. И вот иллюстрация закрытости – это колючая проволока. Вот я сейчас сделаю шаг назад. Как вы видите, это дорога, которая ведет в это ЗАТО. И она никем не охраняется. По этой дороге в ЗАТО может быть завезено оружие, могут совершаться и организовываться какие-то террористические акты. Как говорят местные жители, таких проемов в ограждении города ЗАТО Железногорск не один. В радиусе 50-70 километров от будущего могильника живет более миллиона человек. Это жители Красноярска и его городов-спутников. Депутаты Красноярского края кулуарно приняли поправки в региональный закон о радиационной безопасности населения края, касающиеся применения на территории края радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива. Этот закон позволяет жителям самоустраниться от решения вопроса, быть или не быть могильнику РАО в Красноярском крае, так как теперь этот вопрос не может быть вынесен на референдум. Но этот закон не мешает жителям края выражать свое мнение о том, что здесь собираются захоранивать. Я думаю, это будет всемирная помойка, потому что в самих документах там не скрывают авторы, что это будет уникальный объект, которому не существует аналогов в других странах. Это означает, что другие страны, то, что им негоже, ядерные отходы повезут к нам. Учитывая, как у нас сегодня охраняется ЗАТО город Железногорск, где наркотрафик, вообще говоря, идет через дыру в заборе, и никакие силовые правоохранительные органы не в состоянии его пресечь, я полагаю, что безопасность такого рода объекта тоже не будет на 100% гарантирована. Поэтому любая террористическая угроза, а мы знаем, в каком мире мы сегодня живем, она может привести к тому, что не останется ни города Железногорска, ни города Красноярска. Растет ребенок, что хорошего? Принятие решения, прежде всего, должно быть коллективным, потому что здесь вокруг постоянно много отдыхающих людей, те, которые люди здесь постоянно живут, и это может как-то отразиться на их здоровье. Нашем тоже. И на нашем тоже, соответственно. Ну, получается, никто нас не спрашивает, никто не интересуется, как чему тут жить дальше будем, скидывать и все, лишь бы заработать на этом, вот, получается так. Бизнес, конечно, очень важен для регионов и для страны в целом, но есть такие же составляющие, намного более важно материальных ценностей, это, например, здоровье, это природа, животные, растения, все это, мне кажется, это все очень негативно скажется на них. И мы можем просто пожалеть о том, что у нас вот это все будет размещено именно в наших землях. Заповедник Столбы расположен на северо-западных отрогах Восточного Саяна, представлен к списку Фонда всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря столбам Красноярск известен во всем мире. Столбы – это гордость Красноярска, и это боль. Экологические проблемы с каждым годом становятся все острее. От заповедника до места будущего могильника чуть больше 60 километров. Непонятно, почему для этого выбрали именно вот такое место. Можно было где-нибудь там на севере, там, на, я не знаю, где-нибудь, где там тундра, где нет такой красоты. Вот, надо это сохранить, эти места. Они, хоть сейчас и, конечно, современные технологии позволяют хранить эти ядерные отходы, будет, так сказать, безопасно, но все равно. Лучше, конечно, где-то найти это место. Наверняка для этого есть места получше, чем вот здесь, в таких вот красивых местах. Я считаю, что это глупо вообще. Для чего это делать?
Сегодня «Росатом» продвигает новую инициативу. Переброска кабеля от строящейся Ленинградской АЭС-2 через Финский залив с тем, чтобы продавать атомное электричество в Финляндию и Швецию. Такие же планы есть и для Балтийской и Белорусской АЭС. При этом все обременения в виде радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива будут оставаться в России. Если бы наши финские партнеры получали бы электричество из вырабатываемых ТВЭЛов на территории Финляндии, а потом бы облученное ядерное топливо возвращали бы обратно в Россию, то Красноярскому краю за это полагалось бы по закону 25% от стоимости, от прибыли, так скажем, по этой сделке. В случае же, когда финское правительство, финская страна, Финляндия получает электричество российского производства, но при этом АЭС не пересекает государственную границу российскую, получается, что этот АЭС теперь является отечественным, он поступает в город Железногорск на общих основаниях, и даже эти копейки, которые должны были Росатом платить по закону, он теперь в этом случае освобождается от этой необходимости. При этом надо сказать следующее, 25% это на, ведь они должны поступать на экологические нужды, на экологические программы города, а 75% должны поступать в специальный фонд на реабилитацию наследия холодной войны. Росатом будет получать законные основания уклоняться от необходимых платежей, и это в конечном счете еще более усугубит и так непростую экологическую обстановку и социальную в том числе в Красноярском крае, в городе Красноярске и в городе Железногорске. Поэтому все покупатели дешевого российского атомного электричества должны понимать, что проблемы, связанные с его производством, будут спрятаны в закрытом атомном городе в условиях непрозрачности и отсутствия возможности общества влиять на эти процессы. Риском, связанным с транспортировкой через всю Россию отработавшего ядерного топлива с этих АЭС, будут подвергаться 15 крупных городов, а также реки Волга, Обь и Енисей. Никто из граждан России по пути следования опасного груза об этом не знает. Сейчас пойма Енисея от Железногорска до Северного Ледовитого океана уже загрязнена радионуклидами в результате деятельности горно-химического комбината в городе Железногорске. Хранение и планируемая переработка отработавшего ядерного топлива, возникшего при экспорте атомного электричества в Европу, создаст новые риски загрязнения Енисея и морей Северного Ледовитого океана. Эти загрязнения бумерангом вернутся туда, где потребляли российское атомное электричество. В это электричество уже будет заложен тот ущерб территории Сибири и ущерб той биоте, в общем-то, здоровью населения Красноярского края, куда будет свозиться это отработанное топливо. Вообще, вы же понимаете, что отработанное топливо, оно не может храниться вечно. С ним нужно что-то делать. По крайней мере, Росатом планирует его перерабатывать. Я почти уверен, что лаборатории по переработке, которые здесь собираются, если начнут перерабатывать, это уже будет такое количество отходов и такой уже будет уровень загрязнения, что действительно это как показала Фукусима, это отразится не только на России, но и, в общем-то, достигнет и Европы, и, в общем-то, и всего северного полушария. Корпорация «Росатом» планирует построить крупнейший в мире могильник радиоактивных отходов. Независимые эксперты говорят, что в случае непредвиденных обстоятельств последствия могут быть катастрофическими. Несмотря на это, госкорпорация «Росатом» выбрала площадку под строительство этого могильника в 60 километрах от миллионного города и одного из ведущих промышленных центров страны – Красноярска. «Росатом» планирует увеличить энергетическую мощность российских АЭС в 2,5 раза. Это значит, что и отходов будет больше. Более того, «Росатом» до 2030 года планирует построить атомные станции в 15 странах. Если будет построен могильник, подземный пункт окончательной изоляции долгоживущих РАО, то это может привести к еще большему радиоактивному загрязнению реки Енисей.
а также грунтовых вод. Задача ядерного могильника – обеспечивать изоляцию радиоактивных отходов в течение нескольких тысяч лет. Кто сегодня может гарантировать безопасность в течение такого длительного периода времени? Международный опыт говорит, что ответственность за безопасную изоляцию накопленных радиоактивных отходов, хранение и переработку отработавшего ядерного топлива должны нести регионы, потребители атомного электричества. В случае продвижения национальных проектов по долговременному хранению, переработке РАО и ОЯД, необходимо придерживаться общепринятых в цивилизованных странах демократических стандартов, например, через проведение региональных референдумов на территориях предполагаемого размещения атомных объектов. Волеизъявление граждан России на таких референдумах должно иметь право вето. Для принятия положительного решения на референдуме федеральным властям придется заинтересовать регион и спланировать его социально-экономическое развитие на многие десятилетия вперед. Такая модель национальной стратегии является социально ответственной для конкретного региона и в целом для России.